Это кто у нас там сидит? Гердочка сидит. Гердочка сидит. Смотрела на меня, пока я доставала все. Вот она. Не хочет она у нас ни рожать, ничего. Вот так вот. А то все беременные, беременные. До сих пор спрашивают про Норди и Шайну. Еще раз говорю. Их отсоединили от Герды 22-23 января 2021 года. Уже 2 года. Они находятся в зоопарке. Вот у них там и бассейн, и игрушки, и кормят их, конечно. Они находятся здесь, в границе, пока закрыты. Вот. А на Герду говорит, что беременна еще. Говорят, начинают летом, что она беременна. Они жир начинают накапливать там в сентябре. И беременность у мишек не видно. Вот в ноябре только оплодотворение. Ой, не оплодотворение, а начинают яйцеклетки развиваться. Если произошло оплодотворение, спаривание с мишками, все нормально произошло. Вот, у них развиваться эмбрион начинает в ноябре. Вот. И когда нарожает, там даже незаметно. Вот. Малыш выскочил и все. Так что это я вот в Чехословакии смотрела онлайн-камеру. Медведица шла, медвежонок выпал, она и не заметила. Потом только повернулась. Так что это накапливается жир. А то и на Кая говорят, что это девочка беременная. Я говорю, ну конечно. Вот она, Гердочка. Гердочка, посмотри на всех. Только ушками повела, да? Ушками повела. Я боюсь приблизить. Батарейки сразу полетят. Моя хорошая красавица. Пошла я греться. Минус 22 на улице, как 28 ощущается. Все мерзнет, я замерзла. Повернулась она. Я уже хотела уходить, она повернулась. Моя хорошая, такая красивая девочка наша. Вот такая она. Всем привет передает. Завтра Ростику будет день рождения. В 2015 году родился. Красотуля наша.